привет! С вами Китти Кейт. И сегодня мы вместе с Кафобойчиком поиграем в ПКХЗ. Привет-привет, Кафобой! Привет-привет! Кстати, у нас объявление. Сегодня мы разыграем среди подписчиков премиум пасс. Он в единственном экземпляре, и вы его можете получить, если напишите комментарий под видео. А в 9 вечера по московскому времени мы проведем розыгрыш рандомного комментария, который выиграет премиум пасс. Браво пасс, хотела сказать, что я говорю. В общем, у вас есть шансы. Пишите комментарии. Чем больше комментариев, тем больше шансов получить премиум пасс. А мы начинаем. Кафа, что тебе понравилось событие? Мне тоже понравилось, хотя я в него не очень много играла, если честно. Пойдем посмотрим, где мы можем здесь что поделать. О, начнется наверх. Пойдем прыгать вверх? Да. Побежали скорей. Текс, и что здесь надо даже нажать? Что-то нажать. Все, я подключилась. Через 9 секунд. Кафа, ты подключился? Кстати, посмотрите на мой костюм. Нет. В смысле нет? Теперь вот, да. Я тебя вижу. У тебя тоже. А ты в смысле с этими штуками ходишь? А, пошли! Быстрее! Побежали! У нас такие смешные костюмы! Реально смешные костюмы. Против нас два синих. Так, и нам надо... На эту штуку! А, я не смогла! А я не успела! Ладно, я проиграла, кажется. Я, кажется, что-то закипишевала, если честно, потому что у меня что-то не очень получилось. Так, 4 секунды, и мне надо встать вот на эту шапочку. Фух! Так, мы пока со синим каким-то чебуреком. Так, ладно. Ты помнишь, как там надо было летать? Когда начинают появляться, да, надо было лететь? Да, и в самом конце надо подсчитать время. И в самом конце прыгнуть. Все, поняла. Все. Раз, два, три. О, ты сам можешь бегать. А, я что-то не прыгнула, не взлетела. А, подожди, у меня нету взлететь. Странно. Какашуля. Какашулечка, я сюда встану. Тут одна на этой карте Кафа, я тебя вижу, он проиграл. Смотри, он проиграл, мы можем выиграть. Солнышко, я бегу за тобой. Кафа, я бегу за тобой. Я думаю, что у нас есть шанс с тобой выиграть. Не надо меня ловить. Я тебя не ловлю, я просто бегу за тобой. Где солнышко? Вот солнышко. А, блин, я чуть не свалилась мимо, представляешь, Кафа. Так, побежали дальше. У нас, что у нас еще? Так, нам теперь надо ту шапочку, какашечку найти. Ладно, вот еще. Она. Еще. А, вот здесь есть, тоже есть. Ух, я тоже успела найти. И это они хорошо. Они в самом низу. Они в самом низу, это хорошо, мы, значит, выиграем их. Красные вперед. Я, конечно, ничего не имею против синих, но... Так, о, ты успел, молодец. И бежим дальше. Нас осталось совсем немножечко. Бежим. Опять эта шапочка. Почему-то она сегодня очень часто попадается. А ее-то самих квадратиков очень мало. А, все, я вот здесь встала. Все, я нашла. Я залез. Ты залез. А мне осталось чуть-чуть совсем. Не спрыгивай вниз без меня. Я хочу посмотреть, что там. И победа красных. Есть. Что? Здесь был где-то сундук. А мы его получили же с тобой. Если мы его получили, то явно его здесь не будет. Так, кстати, у меня мой феникс хочет немножечко поесть. И здесь у меня какие-то глюки, деревья летающие и прочее. Так давай сфоткаемся наверху, на новое событие не пойдем. Сфоткаться предлагаю, что мы здесь с тобой победили. Это но... не глюки. Кафа, ты готов? Улыбочку? Нет, не так, подождите еще разок. Удалим эту фоточку. Что? Чуть подальше встань, это как-то странно. А, хотя, вот, давай. Вот так, давай, сердечко. Что ты крутишься? А, вот, отличное фото получилось. Давай я тебя отмечу. И посмотрим, сколько лайкосиков получит наша фотография. Кстати, ребят, не забывайте, комментарии пишите. И у вас есть шанс выиграть премиум пасс. Так, кстати, у нас здесь куча фоточек. У меня нету шанса. У тебя нету шанса, к сожалению, но уж извиняйте. Что, нам теперь надо вниз свалиться? Ты уже свалился? Да. А ты что такой быстрый? Ой, а все, мы, в общем-то, сразу свалились вниз, и я хочу отсюда уйти, наверное. Или что здесь еще можно поделать? А там ничего больше нельзя. Больше ничего интересного. Ты хотел мне же что-то показать интересненькое. А, пошли. Я бегу за тобой. Только, надеюсь, не надо будет. Привет. Там девочка нам привет писала. Паркурить надо? Уи. Да нет. Прыг. Да нет. Мы не туда пошли, иди в ту сторону. Да. Назад. Да.
Я прыгнула вот сюда. Спустилась вниз. Подожди, а что надо сделать-то? Надо забраться, где было закрыто лесенки. Где были лесенки, там закрыто сейчас. Вот, нет, было закрыто, а сейчас открыто. Так, где были лесенки, надо было забраться, не понимать. Ну, где вот вход в город? Где вход в город? Все, поняла. Там. Все, опоздала. Ну, в общем, я не знаю, куда надо идти. Где вход в город, надо куда-то забраться. Да тут я, вот. Я сверху, вот. На эту штуку надо было запрыгнуть? Вот. Ты. На эту штуку надо запрыгнуть, да? А может быть, мы можем на нее просто подняться? Вот идем. Где ты? Я потеряла тебя, Кафа. Я тут. Я потеряла тебя. Боже мой, я пошла попробовать. А, вот ты, да, все, фу. Ну, простите, что-то я сегодня торможу немножечко. По этой штуке забираемся. По этой штуке забираемся, все, отлично. Просто вверх идем. Ой, я на одном колесе поднимаюсь. Просто вверх? Давай я тоже на колесе тогда поеду. У меня есть всякие колеса, вот такие, например. Я полетела. А, все. О, подожди, мне надо выключить. Колесо выключить. Так. Ух. Я даже забрала какую-то награду. Теперь наверх получается, да? Да, скорее. И что надо сделать? Сюда, да сюда. Все, вперед. Я посмотрела просто по сторонам немножечко. Все, опоздала я к тебе. Нет, я не опоздала. Я опоздала. Все, я поняла, ты меня звал покататься на этой штукенце? Да. Как она называется, простите, забыла? Дирижабль. Дирижабль, точно, дирижабль. Все, ладно, поняла, когда он вернется, получается, мы сможем покататься с тобой. Да. Правильно? Правильно, все, да. Я стою внизу и жду тебя. Все, окей. Отличненько, станцуем немножечко танец маленьких утят. И надеюсь, сейчас что-нибудь выиграем. Ой. Какой танец? Да я там просто, я просто танцую. Стой. У меня там куча народу. Так, нет, на события мы не пойдем. Так, он сейчас приземлится. Вот. Он приземляет? Все, прыгаем сразу, да? Все. Я хочу справа. А я сюда сяду. О, все, я села. Кафа, мы с тобой едем. Отлично, пусть ты делаешь. Там селфи. То есть, если ты не сел, то ты все улетучился. Она там летает. Она там стоит. Слушай, тебе прикольно. Я всегда мечтала полетать на такой штукенце. Смотри. Да. Там вот девочка стоит. А, я вижу. Полете. Она, может быть, влетит. Может, у нее что-нибудь зависло. Это баг такой. А, ясно. Вот что, когда фоткаешь. Слушай, мне нравится. Мы, получается, на настоящем дирижабле летим. Да. Классно. Кафа, хорошо, что ты это нашел. Это просто супер-пупер-пули-пупер. И что, мы можем дальше летать сколько хотим, или нас сейчас вытурят отсюда? Как Нет, думаешь? Нет, можем сколько хотим. То есть можем не выпрыгивать, и тогда будем летать. О, что, ускорение какое-то? Кстати, можно же сфоткаться было, наверное. Моя полоска сзади бесконечная. Так, я сфоткаюсь, что я лечу такая. Ха, полетели. Ой, все, ты вышел? Подождите. А, еще. А, не. Пожалуйста. Я в общем. Я успела. Ты успел, а я вниз пошла. Я хотела посмотреть, что здесь еще новенького интересного. И я еще заработала какие-то события. А, вот. Я заработала кучу чего-то заработала, в общем, да. Я тоже хочу полетать. Ну, полетай. Так, меня там атаковали, кажется, пока я собираю урожай. Да. Меня атака! Атака титанов, я не хочу этой атаки. О, божечки, макарошечки, это что такое? Давай засалфимся, это прикольно. Это да. Реально прикольно, целая толпа. Толпа просто толпушная. Смотри, знаешь, сколько у меня 4 человека вместилось в фотографию. 4? Остальные не вместились, да. Остальные не вместились. Так, фото. Я сейчас буду летать. Фух. Меня реально атаковали, просто атаковали. Я полетел. Все, смотри. Ты завелись? А, приколюшно. У меня атака титанов. Как мне со всеми сфоткаться, интересно? Но я даже не знаю. Нет, не могу. Они не влезают. Не влезают, только со спины влезают. Очень странно. А с какой очень... мы командой, не помню. В общем, фотография, где все... А, подожди, а почему остальных не видно? Ладно, не будет фотографии, потому я что... Я в синей команде или в какой? Я не помню.
Ты в красной. Ты же сказала, красные, прекрасные, сильные, малосильные. Все, значит, я в красной. Я просто забыл. Извините. Забыл, ну забыл, забыл, ничего страшного. А ты где вообще? Я летаю. Все еще летаешь, а я пофоткаю здесь. В общем, ребят, на сегодня все. Обязательно пишите комментарии, и у вас есть шанс выиграть премиум пас. Кафа, ну что, пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока. И дискотека Серпантин. У нас просто здесь дискотека Серпантин. Тран-та-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Целая куча народу. Это крутотенская крутотень. Это просто крутотенская, крутотунская, крутотенская, крутотень. Меня атаковали, в общем. И танцев не будет, когда атака, никаких танцев. Ладно. Все, всем пока-пока.